Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы с вами продолжаем изучение предмета естествознания. Меня зовут Авденова Гульнара Сандипаевна, я являюсь учителем географии. Продолжая изучение раздела «Экология и устойчивое развитие», тема нашего урока звучит так. Многообразие живых организмов. Цели обучения. Использовать характерные особенности организмов для определения видов растений и животных. Цели урока. Описывать признаки и характерные особенности позвоночных и беспозвоночных животных. Определить особенности основных групп растений. В настоящее время на Земле описано более 2,5 миллионов живых организмов. Для упорядочения многообразия живых организмов служит систематика. Систематика – это наука, отрасль биологии, занимающаяся классификацией, систематизацией организмов, распределением по группам на основе сходства и родства. Живые организмы являются важным компонентом биосферы. Их характерным признаком является клеточное строение. Исключение составляют только вирусы. В клетках также имеются плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро. Несмотря на то, что у бактерий отсутствует оформленное ядро, митохондрии, хлоропласты, они также относятся к живым организмам, поскольку имеют ряд других признаков, присущих им. Особенностью растений является наличие в клетке клеточной стенки вакуоли с клеточным соком хлоропласта. Питание растений происходит в процессе фотосинтеза, то есть это автотрофный тип питания. У животных отсутствуют в клетках вакуоли с клеточным соком, оболочки из клетчатки хлоропласта. Они питаются готовыми органическими веществами. Это гетеротрофный тип питания. В составе живых организмов присутствуют как органические вещества, сахар, крахмал, жир, белок, так и неорганические вещества, вода и минеральные соли. Кроме этого, следует знать, то представители разнообразных царств живой природы имеются сходство химического состава. Одной из важнейших и наиболее сложных проблем биологии является классификация систематика организмов, разделение их на группы, более или менее сходные по своей организации. Все известные науки организмы имеют клеточное строение, поэтому естественно, что различия в строении клеток должны учитываться при создании любой классификации организмов. Решая эту проблему, французский ученый Четан в середине 30-х годов разделил все организмы на эукариоты и прокариоты. Прокариоты – это одноклеточные живые организмы, в теле клеток которых нет ядра и других внутренних мембранных органоидов. К ним относятся бактерии и археи – одноклеточные организмы, отличающиеся от бактерий некоторыми биохимическими особенностями. Эукариоты – одноклеточные и многоклеточные организмы, клетки которых содержат ядра. В ядре находится их ДНК. В отличие от прокариотов, у которых ДНК содержится в особой области клетки – нуклеоиде, к эукариотам относятся растения, животные и грибы, а к прокариотам – только бактерии. Царство животных можно поделить на две группы. Это одноклеточные, к ним относятся простейшие, и многоклеточные. К ним относятся ордовые, членистоногие, иглокожие, моллюски, кишечно-полостные, кольчатые черви, круглые черви, плоские черви. Характерные признаки живых организмов включают в себя обмен веществ, дыхание, питание, транспорт веществ, перестройка и создание из них структур и веществ собственного организма, выделение конечных продуктов жизнедеятельности, освобождение энергии в каких-либо процессах и использование ее в других. Сюда же относятся размножение и воспроизведение потомства, развитие из одной или нескольких клеток дочернего организма, а также наследственность и изменчивость. Это вы можете видеть на рисунке. Помимо этого, к признакам живых организмов можно отнести раздражимость. Живые организмы отличаются от неживых более сложным строением для поддержания своей жизнедеятельности. Они получают энергию извне, практически все используют солнечную энергию. Живые организмы активно двигаются, преодолевая
вызывают сопротивление и реагируют на окружающую их среду. Растения же почти не двигаются, и то, как они дышат, нельзя увидеть невооруженным глазом. У многих животных в неволе пропадает способность размножаться, однако остальные признаки представителей живой природы у них выражены. Поэтому растения и бактерии также относятся к живой природе и изучаются в разделе биологии. По наличию или отсутствию позвоночника царство животных делится на позвоночных и беспозвоночных. Большая часть животных, которые окружают нас, являются позвоночными. К ним относятся рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, в том числе и мы с вами. Заметить позвоночных легко, так как они довольно крупные и подвижные. Даже самые мелкие из них превосходят по размеру беспозвоночных. Большинство домашних животных тоже являются позвоночными. Кошки, собаки, коровы, лошади и так далее. Однако основная часть животных, свыше миллиона известных видов, все же беспозвоночные. Насекомые, ракообразные, брюхоногие, двустворчатые, черви и так далее. Их мы замечаем реже, потому что они маленьких размеров. Некоторые видны лишь под микроскопом. Из всех известных видов позвоночные составляют небольшую часть, менее 5%. Неизвестно, сколько всего видов животных обитает на планете. Большинство из них до сих пор не описаны биологами, а некоторые виды исчезли с лица Земли. В последнее время ежегодно обнаруживаются сотни новых видов рыб. Точное количество видов беспозвоночных тоже не ясно. Предполагается, что их может быть больше 10 миллионов. Поэтому в разных источниках эти данные часто не совпадают. К беспозвоночным относятся много различных животных, но всех их объединяет один признак – отсутствие позвоночника. Других общих свойств между ними мало. Все позвоночные родственны между собой. Прежде всех развились рыбы. От них произошли земноводные, они дали жизнь пресмыкающимся, те – птицам и млекопитающим. Выполните задание «Живая стена». Вам необходимо, опираясь на данные картинки, распределить организмы по группам, записать идеи и использовать их для строительства стены. Объяснить причину такого распределения. Работу выполняем в рабочей тетради. После выполнения вы присылаете фото задания. Подумайте. Сравните обмен веществ у растений и животных. Установите, в чем их различие. Домашнее задание. Параграф 54. Читай. Страница 172. Задание 1. Установите сходство и различия в строении и функциях растений и животных. Ответ оформите в тетради. Фото вышлите учителю. Рефлексия. Продолжите фразу и пришлите учителю на WhatsApp. Было интересно. Теперь я знаю. Меня удивило. Мне захотелось. Было непонятно. Было трудно. Спасибо за урок. До свидания.